Тоже с винтовкой. Кстати, тоже опять стэшка, по-моему. Да, вижу. Залутанный, кстати. Да. Трясух есть. Залутанный. Прямо включаюсь в комнате. По дороге. Да ладно, в текстурку попал перед собой. Он труп, по-моему. Убил его. Нет. Нет, он сидел, лутал системник там. Секо. Либо меченая, либо где-то рядом. Угу. Я на камнях справа, подъем. А вижу угол, угол меченый. Правый угол. Угу. АГС было? А, это мина была, наверное. С этого бота челика потерял. Так, вижу этого. Возвращается к своему другу, походу. Чтобы полутать его. Давай, давай. Бил. Третий, походу, взорвался. Я не знаю, что за взрыв был. В обход пошли, что ли, базу? Я не знаю, видимо, пытались обойти нас. По большому кругу. Угу. И тишина. Минус 2 юсека. Один такой более-менее. Где ты их убил? Здесь мечено. Я спускаюсь, пойду тетрис своего посмотрю туда. Получается минус 3, у тебя минус 2, 5. Мой этот 6. Лежит курявчик. 21-й Антоний. Клавдий Антоний? Угу. Тетрис этот для меня собрал. Он чтобы не утруждался. Ну, какой приятный молодой человек. Военные платы. ППшка. Причем недалеко. Это где-то у ладьей. У ладьей. Ты понял, да. У ладьей. Вижу. Это ЧВК. Два ЧВК. Между складами. Где поезд стоит, видишь? Вот они сейчас под поездом залегли оба. Ты? А, это они, да? Да-да-да, все. Они вот под поездом, там низиночка есть такая. Они отошли туда, вглубь. Куда вглубь? Один, по крайней мере, склады? Да. Одного убил. У поезда был.
Саска, значит, отошла куда-то подальше. Я у медички в здании. А нет, вот, вот Ирсаска. Там еще второй был с синей сумкой большой. Нашел его? Нет, Мишел. Ты подходишь, да, по перрону? Да, я тут хожу. А, он все еще там сидит, крысюк. Под поездом? Да. Убил. Да, она та группа, может их больше было, только бункеран. Хрен знает, но это должны быть последние, по сути, ребята. Либо где-то один еще максимум. Ну, бесконечное множество челоботов. Да. Похилить тут, спрячусь пока. К выходу пойдем, наверное. Ты этих не будешь смотреть? А, ну да, давай посмотрим. Может, не собрал, может, бежал. Нет, он не должен был собрать. Который пытался собрать, я его убил. Не заходит. Как его справляться? Степа поднял. Могу его, например, тебе скинуть, сам возьму эту, Black Rock. Пять жетонов у меня получается. Не четыре. А, это все еще ходит там. Убил. Со снайперкой был у нас какой-то. Не отмечено, какая-то стрельба была. Есть третий этаж, Тетрис. Слева, справа. Центр. ДС, АК-74, МакПул, этот, этот 9 калибр пистолет. Береташ? Да. Ты на лгусках? Нет, я уже вернулся на шар. Че, выходим или что делаем? Давай выходим. Ну а где вообще никого нет? Где их искать? Опа, вижу, вижу, вижу. А, сидит, сидит крыса! Жирная крыса сидит на бункере на дальнем. Убил, 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 да, в кустах. Под вышкой, береги патроны, он в кусту сидел. Он 100% достоин, чтобы стать знаменитым. Да. Вижу, бункер вверх, ближний к нам. С которой стороны? А, вижу, левее. Вижу, вижу, в бункерах, в этих блиндажах. Это по кому? Да я не знаю.
Так, а вот тут кто был в мешках? Он тут, прям рядом у входа. Ну, я пошел обходить. Ну, выйду. Ой, по мне! Это я думал, что понял, ветру. Понял, понял. ВК? Не знаю, не понял. Ну, именно вот это громкое оружие там стоит. Вот, вот он! Вот. Бля, тут еще! Убил! Убил! Да, еще бот меня крыса назвал. Охренел что ли, бля? Я покажу. Давай, давай. Жахаю пропитальчика. Честно, я думал, это ты упал, как бы, когда вот уже последний. Я вижу, только руки откинулись назад. Я, ну, причем я видел, что ты залагал, ты на месте бежал. Челоботы пролутанные. Да, это же челобот пролутанный нормальный. Так, но мне нужно похилиться сейчас. Давай. Живот починить, все остальное. Давай я вниз спущусь, чекну, и ты уже потом зайдешь тогда и спокойно сядешь. Кто-то придет сейчас. И еще и рейдеры могут прибежать. Давай на бункер оттянемся. Ты, может, встретим эти, кто бежит? А так и как они побегут, ты знаешь? Ну, примерно через палатки. Либо больница, либо палатки, как они еще пойдут. Да ты чё там пиздишь? Гнида! Кажется, кто-то на выходе пострелялся, вид. Да, там лежит жмурик на выходе. Прям на выходе, на кнопке. Ты на крыше, да? Я спустился. Там на крыше подходит у нас. На выходе, вид. Двое. Я перед выходом. Я понял, сейчас побегу. Одного убил. Второго убил. Кажется, еще есть. Либо оружие заглючило там. Летает с стороны в сторону. Да, это оружие заглючило. Все нормально. Двое минус. Да ладно. Еще есть, еще есть. Выйти, наверное, хочет, если стреляет, подавляет. Да, вышел. Нету его. Еще челоботы вот сидели. Что? Да. Просто лежит на земле. А у меня он в ящике сидит, вот в этом верхнем. СВ-шку выкину. Ох, 61-е патроны. Ёлки, сколько у тебя их? На 3 рейда мне хватит, вперед. Чё, давай сразу выйдем, наверное, здесь, чтоб это... резину не тянуть. Забираем вот с того, что хочешь, винторез там. Ага, все, поздно. Так, а где я тут еще одного жмура видел, я не понял. Вот же валяется. Он блоткоит по перрону. Нет-нет, я видел... в наушниках какого-то. Давай, мочи их! Падла, бля. По-моему, в кузове КамАЗа, вид, есть труп. Да. Не знаю. Есть? Ну, правда. Ты можешь с него этот барабан взять на 75 на АКМ. Не, бери, у меня места нет тоже. Уходим? Да.
убил на складах. Не знаю. Еще. О, трейлеры. Нет, челоботы. Бил одну? Да-да-да. Тут у меня же патроны на вас заканчиваются, блин. Ты туда уже ходишь на складе? Да. Тут мне руку выбили. Это тут вот эти, скорее всего, включали кнопку, понял? А те там просто уже были. Хитренькие, да, такие. Вид, не показалось ли, кто-то есть в бункере, в котором я убивал. Вот только до этого убивал. Может быть, один прошел. Не вижу. По-моему, там шорох был. Точно не уверен. Ну, только дальше в подвал. Дальше я бы, наверное, не услышал. Ну ладно, забей, забей, пойдем. Нет, есть. На выходе, да? Ходит, ходит тут. Он лутает, наверное, тех моих. Сейчас я плохой ему оформлю. Убил. Спрос? Да. Иди посмотри, блин. Чувак, ты чё тут прилетел? Я тут разоделся в моих типов уже. О, танковый уже... аккумулятор принес. Он уже, наверное, так, одной ногой. Калаш Макпул выкинул. В предыдущем видео я говорил, что 70% человек, которые меня смотрят, не подписаны на канал. После этого их стало 67%. Парни, если вам нравится такой контент, подписывайтесь. Тем самым вы даете мне знак, что я все работаем делаю дальше. Правильно. На крыше серверный кто-то. Принялся, гляну. Второго. Крыша серверный? Второго. Он не на самой крыше, а вот пред... Вижу, вижу, вижу. Да, это Юсек. Убил. Убил, 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 убил. Там видно шарики? Так, вижу двое. Да, видно. На тунгусках? Да, на тунгусках. За Уралом один прячется. Где, где передвижная такая станция, типа этот генератор на колесиках. Ноги он ходит только за Уралом. Ага, бежит тоже в бункер к своему товарищу. Все, теперь не вдвоем в бункере. Бункер, который ближайший к складам, к военным. Все, я спускаюсь с крыши, буду сближаться. Да, тоже пошел сближаться. Владею уже? Да. Все, пошли где? Я тоже тут же как бы выражаюсь. Вижу. Левая, вижу, 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 да. Бил? Войну, видел, видел какой? Ага. Синхронный. Их двое, да, было? Где-то двое еще? Было, да, красные повязки. А, сам вверху, получается, комната по центру окна, да? Левое окно. Там два листа металла над ними. Я попробую грянуть. Кажется, он на втором где-то, потому что он бы тут уже, наверное, начал высовываться. Повязки, говорит, у них. Для меня они вообще в красном полотне все. Ну, что-то да. Пал, походу. Есть, 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 в той же комнате. Да. А, бля.
Убил. Убежал, по-моему. Убил. Я захожу. Я на лестнице. Какого времени был? От нее сорвало. Вот где-нибудь за угол зашел. Жетончик уже снял своего друга, бля. Шалка так что ли? О, оружейный кейс. Понятно. Вот они что прятались все это время, значит. Мега сейвово играли. Да как ты убил? Короче, он правее пошел, в правую часть. По центру. Он там голенький с каким-то оружием, в смысле такой. Быстрый спуск. Да, я обоих убил, видит, у него жетон в этом. Сумочки. Топорист уже бежит меченку. Я не успею, наверное, поймать его. Меченка бежит, да? Да-да. О, по мне. Это спина. По мне. Да. Ау. Лёг. Ёпта. Это с шара. Кажется, встанка. Убил этого АГСника, блин. Да, это примерно станка летела. Видимо, тот же самый топорист или мосинщик, с чем он там был. Бегаешь по мечу. Да, ладно, хер с ним, пойдем. Пусть искать его, у меня ход. Но он где-то здесь был. На крышу, залутуш. На меченке? Да. Ох, блин. Вот это сейчас мансанул. Как последний раз в жизни, бля. Хорошо. В первом этаже. Ну я видел не этого типа, я видел другого до этого. Это я. Да-да-да, я понял. Давай с другой стороны, ты с этой. Сейчас маки, да маки выкину сюда, подожди. Все, маки выкину, пойдем. Я на крыше. Тут еще. Тоже залутанный. Убил? Нет. Поднимаюсь. Грата мне пришла. Все залагало, твою мать. Вот с моей стороны? Убил. Давай, дверь. Залутанную. С РССами. Опа. Один точно с РССом. Расколошом. У меня валяется с кэмом. Поднимаюсь к тебе. А, сейчас я спущусь вниз, броник скину. 41-й топорист, понятно. У меня черный экран.
Мы где, Шайтаныч? На тот госк. А, я в кусту, нет? Нет, ты открыто. Теперь заходи. Как? Нет. Назад, назад, иди, иди назад. Назад, 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 все, ложись. Ну, еще кого-то встречает там. Еще к нему забегают внутрь. Кажется, на бункере еще есть. Вот это не очень. На бункере убил за лутус. Остались. Значит, тут за лутус. Здесь в меченьках вообще такие нормальные типы, там валы и, по-моему, по 90. Может быть, на бункерах еще есть, я не знаю. Бункеры проверяю. Кого? Подходим? Меченый осталось. Да, давай пушим его. В комнате никого. Мишенку дал, ранг. Угу. Тут кровь на другой казарме, Мэтт. Возможно, в другой казарме. Он не мог уйти? Не знаю. Давай другую казарму прочекаем. Да, вот трупы здесь, на входе прям. Угу. Живой? Живо? Да. Ты? Нет, убил. Понял, там еще один, значит. Где он тренирует? Я убил его, кажется. Да, вот туда флэпа. Поехали? В туалете, да, в туалете. Зашел в туалет в окно. Давай. Я тут чисто, наружу. Чисто, чисто. Одного ты, да, убил вроде? Нет, нет. Нет, значит, я его тоже прибил. Да, да, да. Даже не стрелял. В дальней комнате смотрю, подожди. Ага. Чисто, слышишь. Ты, ты? Да-да-да. Сейчас на бункере сначала типа заберу. Так, опасно лежит тут этот курятчик. 34-й. 26-28-й, такие бодрые, ребят. Здесь ТВ 110 останется. Не понял. Кого-то из них убил, не я. Они друг друга перестрелили? Возможно, он случайно своего друга убил. Сейчас посмотрим. Так. Вид мой с ТВЛ-ки. Ну да, его друг убил. Испугался бедолаг. Угу. Пролагал, он не успел ничего сделать. С этим с такой неплохой с рюкзаком. Угу. Вижу, это на первом этаже стоит. Пойдем тех посмотрю. Убил. А этого, который я говорил? Нет, в мечной. Ой, в тетрисах, на первом этаже. Дверца. Убил. Вижу. Где Масенко? Бункер жопа. Точнее, вышка жопа. Убил. С увеличением там видно немножко эти... границы текстурок, он уходит. В окно спрыгнул, бежит по улице. Сейчас побежит, походу, в эти, в серверные. Надо встречать. Убил. Ай-ё.
текстуры попадаю перед собой. Трое на тунгусик. Одного убил. Самая ближняя тунгуска к депо. Вот слышно, если что, есть, по земле. Есть, есть тело, есть тело. Сейчас. У шара? Да. Открывай, да. Убил. Нет, текстура. Да ёлки-палки, бля. Да, около забора, да, которая? Да. О, ранил его. В коленку. Кто-то убил его. В смысле? Я с ним играл. Или ты убил его? Нет, я не стрелял. Ты у тунгуски? Да. Кто-то его убил. Может быть, он, конечно, дотек? Стрела не было. Может, дотек. Я его много раз ранил. Там у него в кустах, тогда можешь шмотки пойти посмотреть. Вот ты как в дырку проходишь от тунгузок через колючую проволоку. Не доходя маленькой вышечки, целая так, огромная куча кустов. То он сначала вот в них пришел, я по нему стрельнул. Оттуда он так. Уже без каски, без брони выбежал, лег за вышку. Сейчас еще раз кусты. А вот сейчас кусты. А, да. Три типа в угловой вышке, ёпт, сидят, или два. Серьезно? Да, дальняя угловая за Меченкой, за Казан. Сейчас, туда 450, Мэтт. Бля, у меня только 300 выставляет. Кстати, алтынщик. Я готов поработать. Сейчас он спрятался. Там двое. А тот стреляется с ним. Вон, видишь, один справа стоит. Вот этот? Да.